one of russia's most active volcanoes has erupted shooting ash far up into the sky and blanketing nearby villages in volcanic dust the shivalush volcano erupted overnight spewing an ash cloud over an area of 108000 square kilometers the eruption has triggered an aviation warning around russia's far eastern kamchatka peninsula now, local experts believe the volcano should calm soon and lava flows should not reach local villages На улице 9 утра. Идет пепел. Вроде бы сказали, что извержение Шевелучи. На улице вообще ничего не видно. Ночь. Это активный андезитовый вулкан, для которого характерны взрывные извержения. У него нет лавовых потоков. Вот когда вы видите лавовый поток, текущий красный, красивый, это не Шевелочь. Шевелочь это взрывы, это белые породы. Это достаточно опасный тип извержения. Извержение Шевелочи в целом, э, то есть надо сейчас еще разобраться, но в целом э, основная фаза его закончилась. Так. Есть небольшая вероятность усиления, так, ну вот это мы сейчас отрабатываем, будем отрабатывать сейчас по существующим данным. Так и Шевелочи обычно короткие извержения. Потом все это рассеется и купол Шевелочи будет работать дальше какое-то время еще продолжать. Ну, то есть, ну вот это активная фаза сейчас я думаю, что она уже близка к тому, чтобы завершиться. Ну, слава Богу, наступил снова день. Я думал, это никогда не закончится. Окна грязные, все грязное. На улице все просто желто-серое. Пепла выпало. Капец.